Доброе утро, мои дорогие. Доброе субботнее утро. Правда, идет снег с дождем. Как-то я так в окошко посмотрела. Ну, пасмурно. Ага, вышла. Такая хрень. А что делать? Мурманская весна. Оно и лето-то будет не намного лучше. Помните, я вам говорила, лето было в среду, а я была на работе. Так, что хотела сказать. Сейчас с утра, пока собиралась, думаю, батюшки мои, все ж так изменилось. А я же давным-давно не смотрела самбелку. Ну-ка посмотреть, поднять себе настроение. Посмотрела, девчонки, несмотря на всю ужасную ситуацию, я так смеялась. А над чем смеялась? Над тем, как человек переобувается просто в воздухе. Они же теперь с Колей вместо того, чтобы идти на фронт, они смылись, я не знаю, что это за место, Закарпатье или, не знаю, Западная Украина, ну, в общем, куда-то туда. Горы у них там. Вот. Теперь он пытается не говорить на ненавистном русском языке. Но у него плохо это получается, потому что всю жизнь говорил на русском. И вот у него то этот суржик. Он же на самом деле украинский язык-то не знает нормально. Ну, в общем, это и мерзко, и смешно получается. Вот так вот. Защитники-то Украины. Ну, в общем, ну, Самвел есть Самвел. Я не говорю, что он дурак. Нет, он наоборот умный. Хитрый приспособленец. Ну, в общем, короче говоря, ну, я посмеялась. Ой, какая штука хорошая стоит. Из нее можно кашпо сделать. Вот такой формы. Ну, это, видите, место для машины, видимо, забил себе человек. Вот, и еще мне писали девчонки, зачем Костя в какую-то тьму таракань дом себе построил. Мои хорошие, это совсем не тьму таракань. Это поселок достаточно успешных людей. Находится он вот от квартиры, где Костя живет, 7 минут на машине ехать. Те, кто в Мурманске живут, знают этот поселок на Серебрянку на повороте. Ну, просто Кола находится у нас рядом с Мурманском. Скорее всего, как продолжение, что ли, Мурманска. Или Мурманск, как продолжение Колы. Потому что Кола гораздо старше Мурманска в 5 раз. Но вот так вот, это чисто территориально, административно. А так все тут рядышком. Вот. Так что ни в какую тьму таракань Костя не переезжает. Да, транспорт туда не ходит. Ну, там люди все на машинах. По 2 машины в семье, поэтому. Так, ну-ка, что там идет за автобус? Не вижу. Нет, не мой. Вот. Это, может, просто пока вот так едешь, снимаешь, кажется, далеко. Не. У нас как раз вот заканчивается Мурманск, идет дорога наверх, на сопку. Наверху, как она называется, круговое вот это вот движение. Ой, не знаешь, куда повернуться.
от ветра, от этого дождя со снегом. Вот, в общем, короче, поднимаешься наверх на сопку, там круговое движение, и тут же вниз идет дорога в Колу. Сопочка между двумя городами. Вот. Так, ну ладно, вроде я вам все объяснила. Руки замерзают. Вот, ну а что, я еду на дежурство с Сашей. Костя сейчас с Таней на стройку поедут. А нянька попросила отгул на сегодня. Вот. Так что увидимся. А это я снимаю на магазине «Рыбка» цену семги. А то все думают, что у нас тут копейки стоит рыба. Ага. Это когда-то было, в советские времена. Ой, срач такой, не могу. Не, убираются быстро. Вот как только снег сходит, сразу убирают все. Но все равно вот это время ужасно. Вот еще в позапрошлом году я ругала этот район, очень он мне не нравился, потому что магазинов тут не было рядом. А сейчас вот и «Магнит», ну тут «Евророс» был, вот, теперь «Магнит», и «Пятерочку» новую построили. Проблем-то нету с магазинами теперь тут. Но мне все равно этот район не нравится. Не знаю, какие-то он облезлые пятиэтажки. Хотя он считается неплохой район. Не знаю, мне не нравится. Но это у всех, наверное, есть предпочтение каким-то местам в городе. Я думаю, что я не одна такая. Вот я на Марата жила, мне там нравилось. Там как-то все рядом. Вот видите, у нас процедуры с утра. Страдания, родители уехали. Ну, надо же пострадать, как без этого, да? Да? Мам, какая молодец, встала с утра, ладушки напекла тебе, ну. Да ладно тебе, да ладно тебе. Эй, давай. Держи, держи, Сань, ну давай, немножко осталось. Держи, я что ли буду держать, держи, Сань. Чуть-чуть осталось. О! Поехали на стройку на свою. Времени-то нет, только выходные, да вот праздники. Разбирала тут Гришин бардак. Он там на стеллаже. Нашла журнал из магазина «Лента». Читаю рецепты и натыкаюсь. Девочки, кто знает, напишите мне, что это такое. Дорадо с травами, вяленым кейлом. Что это такое? Вот тут написано 250 грамм кейла. Я даже такого не слышала. Пряными жареный палтус со сливочной кукурузой и пряными помидоры. Вегетарианский детокс. Запеченная тыква в медовой глазури с миндалем. Да, это явно кальмары и креветки, гриль с острым маслом.
Это прям вот явно не для пенсионеров. Кебабы из тунца с лаймовым кунжутным соусом. Красиво все и, наверное, вкусно. Но как-то... Ой. Одни названия. Курица в айвовой глазури, фаршированная фисташками в портвейне. Слоеный торт с миндалем и ванильным кремом с рикоттой. Боже ж ты мой! Да, не зря этот журнал дают в ленте, когда на огромную сумму покупку делаешь. Это, видимо, для этих людей только такие рецепты. Вот напишите мне честно, вот кто-нибудь готовит вот такое? Кебабы-то из тунца и прочее. Я не завидую, девчонки, ни в коем случае. Я только рада буду за вас, если вы имеете возможность. Заодно скажете, вкусно это или нет, или просто красиво. Ну вот, пока Сашу спать положила с Гришей, пошла в фикс-прайс. Я сегодня забыла таблетки дома. Думаю, пойду схожу в аптеку, Мизим куплю и зайду в фикс-прайс. Нужны мне были пластиковые штучки и краску надо было посмотреть. В результате на 2000... Ой, из дома выпускать нельзя. Куры местные. Походила, главное, поглядела, что на тех помойках не видно ничего. Сюда взлетела. Здоровенные. Ой, господи. А, сейчас она разберется. Клюон-то и пакет порвет, и все как надо. Машин не боятся, людей не боятся. Все по барабану. Сейчас распотрошит. Потом говорим бардак вокруг помоек. Вон она. Да, эти голодные не останутся. Ну, показываю, что купил. Вот, мои хорошие, вот хотите верьте, хотите нет. Жалко было, конечно, давать 300 рублей за нее. Но мне сегодня ночью приснился светильник. Вот такой. Ну, без вот этой части, без деревяшки. Чисто вот. Только он еще дополнен там кое-чем. Ну, все. И я увидела в фикс-прайсе. Думаю, ну, значит, это судьба. Куда деваться-то? Вот это откручу. И будет у меня просто лампа на деревяшке. А из этого я сделаю вот такой, как абажурчик. Вот так вот я и живу. По ночам снится. Так. Ладно. Да, вон пришлось. Забыла таблетки. То вон пришлось. Самое, что интересно, захожу в аптеку. Говорю, Мизим, есть или панкреатин 20 тысяч? Ой, хочу вам предложить. Вытаскивает мне другую коробочку. Замечательные таблетки. Тоже 20 штук. Я говорю, что стоит? В два раза дороже. Я говорю, нет, спасибо. Я говорю, Мизим-то есть? Есть. Я говорю, давайте. Вот, блин, лошары ищут. Так, вот таких наклеечек купила. Так. Там рядом магазин, все для дома. Ну, такой, со всякой мелочью. Блесточки. Девчонки, мне же это все везти надо. Или посылками отсылать. А это опять деньги. Лампу. Мне нужна лампа такая. У меня мало света дома. Вот такие салфетки камуфляжные. Мало ли что для мальчиков буду делать.
Да и для себя я люблю камуфляж. Так, теперь что? А, краску купила. Обошла вот два магазина ближайших, но нашла только серебро. Ну ладно, это у меня золотая коллекция в Крыму. Здесь будет серебряная. Так, вот такие вот наклеечки. Ну, как цветочки, они, может, мне и не нужны. А сами вот эти вот кругленькие. Ну, короче говоря, найдем, куда применить. Так, купила, видите, сами чего. Вот так газ кончится, а у нас там нету маленьких. Так, так, так. Ну, вот еще таких штук купила. Завтра буду делать подсвечник Татьяне Валерьевне. Купила три вот таких вот маленьких свечечки. Так, и что я еще тут купила? А, вот такую штуку. Вот такой подносик купила. Очень давно хотела такой подносик. Я его за декупажу, конечно. Вот. Ну, на него же можно и баночки всякие поставить, и мало ли там чего. Вот. Видимо, все это хозяйство я, наверное, в Питер повезу. Оставлю у Саши, наверное. Ну, вот только вот эту лампу заберу в Крым. Раз мы собираемся на лето в Питер с мальчишками, то буду там рукодельничать. Вот так вот, мои дорогие. Пока я тут ходила в магазин, прихожу, Саша уже скачет. Опять положила его спать. Шустер. Такое ощущение, что он слушает. Я ушла и подрывается. Но у бабки такое не прокатит. Ну ладно. Ну, я тут не просто так сижу тоже. Целый день хожу от стиральной машины к сушилке. Ну, вот зато все перестирала. Сейчас пересушится. Татьяне поменьше работы. Котлет нажарила. Саша попросил котлет. Вот. Так что я на заднице не сижу. Да вы знаете, что я не могу сидеть. Вот видите, как дышим, сидим. А во рту у нас что? Ну-ка, покажи. Вот видите, как. Два дела сразу делает. Ну, дыши, дыши. Прислала мне Риночка из Финляндии растения, которые у них зацвели. Я говорю, только-только был снег, и уже такая красота. Вот, вот скажу сейчас, вот это с сережками, это лещина. Я вот не помню такого растения. Хотя написано, что в средней полосе. Не помню. Давно я из средней полосы уехала. Вот это вот розовое красотище. Это волчий ягодник. Ядовитый. Такого цвета красивый какой. И вот такие вот цветочки беленькие, нежненькие. Это ветреница называется. Надо же, господи, я говорю, вот сколько живешь и все чего-то узнаешь. Риночка умница, намыла сегодня в доме на первом этаже все окна. Труженица наша. Носки вяжет, окна моет, за собаками ухаживает. Дочка с внуком. Еще молодец. И гуляет постоянно. И в бассейн еще ходит.
Умница! Приехали родители, и пошла война. А то сидели тихие. Видите, что творится? Гриш, ты что халат одела? Он говорит, это форма полицейского. Вот такая вот веселуха. Господи. Саня, ты чего такой агрессивный? Бомбы. Все, я за тобой укрылся. Ты взорвался, и дед. Дед, ты жив, дед. Иди сюда, дед. Ой, пацаны. Нет. А если бы их пятеро было? Все. Руки вверх! Беги, пока можешь, глупышка. И мелкий-то не сдается, а? Так, приехала я, проверяю электрически, что купила. Ну, горит, а что там, гирляндочка такая. Ладно, хорошо, что горит. А вот это мне больше нравится. Маленькая такая лампочка-то, господи, маленькая. Ну, она маленькая, не знаю, сколько она сантиметров. Ну, не знаю, может, 35, может, 40, не, ну, маленькая. А прям ярко так горит. Найдем ей применение. Хочется прям что-то поделать. И есть чего поделать. Но сегодня в фикс-прайсе, в этом, где я была, нет ни горячего пистолета, ни клея к ним. Сейчас буду звонить Татьяне Валерьевне. Может, у нее где есть в закромах. Вот, а если есть, это хорошо. А если нет, то придется завтра еще в какой-то фикс-прайс заезжать. Скучно мне. Без работы. Завтра опять буду с Сашей сидеть. Что-то там у Людмилы Викторовны. Не может. А я хотела прям заняться рукоделием. Ну ладно, понедельник у меня, может, свободный будет. Хотя, если Сашку не выпишут в детский сад, не будет свободного. Ладно, все равно сделаю чего-нибудь. С собой возьму к Сашке туда домой. Там буду делать. Сумасшедшая. Да? Он, Гриш, сегодня целый день провалялся, целый день. Даже гулять не ходил. И нормально себя чувствует. А я, дурында в 65 лет, работу мне давай. Мне так неинтересно. Сейчас буду звонить. Что, мои дорогие, не успела вернуться домой? Прям загорелась. Хочется мне вот этот подносик задокупажить. Вот этот, который я в фикс-прайсе сегодня купила. Позвонила Татьяне Валерьевне, трубка что-то не берет. Может быть, ей там по другому телефону. Муж с сыном, они обычно и вечером звонят из Питера. Увидит, что я звонила, перезвонит мне.
Вот, взялась у меня тут вот салфетки-то есть у Татьяны Валерьевны. Нашла вот такую салфеточку. Вот, смотрите, мои хорошие. Вот эту вот я всю обрежу, вырежу. Вот такая вот со скрипочкой. Вот, единственное, что я никогда еще... У меня таких салфеток несколько штук есть. Они вот такие какие-то, видите? Они из другой сделаны бумаги. Я смеюсь, говорю, похоже, как на нетканый какой-то материал. Я с ними ни разу не работала. Она не очень хорошо отделяется, вот этот второй слой. Но отделяется. Не знаю, вот как она будет. Ну, вырежу. Потом посмотрим, что получится. Вот. Лапочки мои, а я буду с вами на этом прощаться. Потому что... Это пока я сейчас вырежу. Пока приклею. Или все-таки сделать, а потом с вами попрощаться, да? Правда? Скажи, что ты на половине дела-то? Ладно, пока вырезаю, повторюсь, как заклятие. Девчонки, если не очень хочется писать комментарии или нечего писать, ну, лайк поставьте, потому что все равно канал-то продвигается. Пусть нам не платят ничего, но так, конечно, надо и комментарии, и лайки ставить. Может быть, когда-нибудь снимут нам санкции-то эти, пропадя не пропадом. Вот, и подписывайтесь на мой канал в Яндексе, потому что и туда видео выкладываем. Саша сегодня ездила с ребятами в приют. Макарик приехал там к ней отдохнуть, с ребятами, с друзьями пообщаться, которые в Питере учатся, и на концерт сходить. Она собрала всю толпу, Даню, друзей, Макарика, и повезла их в приют. Там машина пришла. Господи, ведь рассказывала сейчас Косте, все забыла, как называется. Камень-то этот. Ну, вот эти мелкие камни, которыми засыпают там. Ну, вот, ну как это? Ой, голова, два уха. Щебенка. Тьфу! Там, где грязь, засыпать щебенку эту. А кто будет? Там девчонки одни, волонтеры-то молоденькие, худенькие. Вот она собрала друзей своих в машину и повезла. Щебенку эту разгружать да засыпать. Вот, прислала мне, показала жулика, который у меня не выходит уже 3 недели из головы. Маленькая собачка.
Ну вот если пришлет видео, я вам тогда завтра покажу. Очень хочется мне его забрать. Но для этого надо прекращать все поездки. Потому что таскать его, он хоть и маленький. Я ей говорю, я говорю, Саш, ты его взвесь. Сколько он весит-то хоть? Может, его можно в переносочке возить с собой? Ну, и он небольшой, но я не знаю, сколько он весит. Саша говорит, он такой упитанный. Не выходит собака эта у меня из головы. Посмотрим. Я всегда говорю, если моя собака, то никуда он не уйдет. Но его и вряд ли заберут. Ну, мне прям вот он душу запал, и не могу я. Реву и реву над ним. Ну вот, если будет видео, я вам покажу, поймете. Ладно, лапуськи, я буду вырезать, потом вам покажу. Ну что, лапуськи? Вот что получилось. Я считаю, что просто красота. Очень хорошо и подходит к дереву. Ну, к цвету дерева, правда? Я говорю, нет у меня тут ничего. Так бы я еще вот этот вот краешек покрасила бы каким-нибудь. Ну, из этих цветов. Ну, я думаю, я приеду же домой. И покрашу, и вам тогда покажу. Но мне прямо и так уже нравится. Лаком только надо покрыть. Опять же, лака у меня нет. Лака нет. Лак есть дома. Но я не выдержала. Не имется мне, понимаете? Хочется сделать. Ну что, я ж права, правда? Ну, красота получилась. Красота. Сама себя не похвалишь. Не, ну мне правда нравится. Вот, так что, зайки, сейчас я еще его промокну аккуратненько. Тряпочкой хэбэшной, чтобы ничего не сдвинуть, не испортить. Вот. И все, и пускай сохнет. Вот, а с вами, лапуськи, я прощаюсь до завтра. Я поесть даже не могу. Чай пью, не отрываясь. Так, вы у меня не болеете там, ладно? А то контроля моего нету за вами. Не болейте, пожалуйста. Ну и давайте стараться все-таки как-то позитивнее. Хотя, конечно, тяжело. Но делать ничего не остается. Хоть и на душе тяжело очень бывает, прям бывает. Меня прям накрывает. Но я все равно стараюсь. Постараюсь больше из-за вас. Надо как-то людей поддерживать в тонусе. Вот. Так что, зайки мои, давайте до завтра. Хотела сказать хорошего вечера. Какого вечера? Это на улице светло. А время-то уже 11 час.
Все, мои золотые, я вас обнимаю, целую. Берегите себя и своих близких. Я говорю, мой жизненный принцип. Делай, что должно. А там будь, что будет. Давайте, мои золотые, до завтра. Пока-пока.